30 июня в Casa Serbatori состоялось грандиозное событие под названием New Model Today. Это один из наиболее важных фэшн-индустрии конкурсов красоты, которые ежегодно проводятся более чем в 30 странах мира, а его финал проходит в Милане. Молдова впервые принимала участие в этом конкурсе. Девушки-участницы представили коллекции одежды итальянской марки Анджело Кардини и местных дизайнеров Людмилы Старожук, Евгения Худорожкова и Алины Спатару. Помимо дефиле прекрасных моделей, зрители ждали многочисленные сюрпризы – выступления Ольги Тира, Рики Артизиано и Кэти Рейн. Среди приглашенных на мероприятие были не только публичные персоны нашего города, но и VIP-гости из Италии. Сегодня вечером произойдет очень важное событие для Молдовы, поскольку это впервые. Речь идет, во-первых, о международном конкурсе красоты New Model Today, который проводится в Милане. Конкурс международного уровня, где участвует более 30 стран мира. К нам приехал итальянский дизайнер Соня Кампаньяни, но выпускается она под брендом Анджело Кардини, который сделает тоже презентацию своей последней коллекции Прет-а-Порте, но в основном это высокая мода. Ma è un concorso molto molto importante, non soltanto per la Repubblica Moldova, ma anche e soprattutto perché è un concorso internazionale, fra i primi concorsi internazionali per modelle al mondo. А что ждет победительниц этого конкурса? La vincitrice ottiene la possibilità di partecipare a un concorso internazionale a Milano, dove parteciperanno ragazze di moltissime nazioni. Aggiungo che è una vetrina molto molto importante, seguita da molte televisioni italiane e straniere quando sarà a Milano, ma soprattutto anche il video che andrà in onda qui sarà trasmesso alla televisione, per la televisione italiana. Quindi anche per la Repubblica Moldova è una bella immagine, no? Soprattutto. Расскажите о коллекции, которую нам сегодня предстоит увидеть. Первая коллекция «Жизнь Кэти Грант». Это театральная коллекция с элементами, такими как маски, обувь клоунская. Вообще, это коллекция прет-а-порте, но с какими-то веселыми элементами, вы сами увидите. Вторая коллекция – это платье, коктейльное платье. Все платья короткие, различных цветов. Материал в основном ткани – это шелк, шифон, атлас. Mi-a plăcut foarte mult pentru că este o inițiativă bună. Din câte știu, este una din primele evenimente de acest fel. Nu știu, așteptăm să vedem cine va câștiga. Asta e, le doresc multă baftă fetelor. Очень приятно было присутствовать на таком мероприятии. Хочу сказать, что, в принципе, на высоком уровне все проходило. Приехали из Италии профессиональные люди. Много было девушек красивых, симпатичных. Вот. Мы болели. Надеюсь, она победит. Этот уникальный вечер стал для Молдовы первой ступенькой в мир большой моды. Ведь мисс New Model Today Молдова, которой стала Дарья Кушнир, а также две вице-мисс, будут представлять нашу страну в финале конкурса, который состоится этой осенью в Милане.